Давайте сейчас вместе со мною проведем практику, и она будет основана на велении молитве. Это защитная молитва, которая укрепит вас и усилит. И в это целительное поле я приглашаю своих наставников, кураторов, Архангела Михаила, Богородицу, мою семью света, цивилизацию, ангелов, владыку Сен-Жермена, мое высшее Я, да будет так. Примите удобное положение, сделайте несколько циклов спокойного, глубокого дыхания, вдох через нос и выдох через рот. Почувствуйте, как расслабляется ваше тело, и просто слушайте мой голос. Вся энергетика вокруг меня моя, а все, что не мое, пусть уйдет и присоединится к той, где место есть ей. Все мое, мое, чужого мне не надо, а от меня идет любовь и помощь всем. Кто подумал обо мне, пусть хорошо или плохо. Силою луча магического я переплавляю все минусы на плюсы. Пусть люди очистятся от темноты, сожгут ее в себе, не засоряя темнотою ни пространства, ни других. Пусть будет так. Аминь. Вся энергетика вокруг меня моя, а все, что не мое, пусть уйдет и присоединится к той, где место есть ей. Все мое, мое, чужого мне не надо, а от меня идет любовь и помощь всем, кто подумал обо мне, пусть хорошо или плохо. Силою луча магического я переплавляю все минусы на плюсы. Пусть люди очистятся от темноты, сожгут ее в себе, не засоряя темнотою ни пространства, ни других. Пусть будет так. Аминь. Вся энергетика вокруг меня моя, а все, что не мое, пусть уйдет и присоединится к той, где место есть ей. Все мое, мое. Чужого мне не надо, а от меня идет любовь и помощь всем, кто подумал обо мне, пусть хорошо или плохо. Силою луча магического я переплавляю все минусы на плюсы. Пусть люди очистятся от темноты, сожгут ее в себе, не засоряя темнотою ни пространства, ни других. Пусть будет так. Аминь.